Попробую, попытаюсь объяснить. Для кого-то, наверное, это будет оправдание, я просто объясняю. Я говорю: Миш, мне похуй. Я так чувствую. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Я уважаю, что они делают. Но как бы я не понимаю. Я реально прихерел. Вот какая разница? Блять, я заплакал. It's okay. У них какое-то чинопочитание там, какое-то величие, какая-то хуйня, блядь. Мне вообще они не интересны. Я ошибся. Я могу один раз ошибиться, но я остаюсь с тем, что это был великий сарказм. Они все очень, на мой взгляд, тупые. Они все, там сказать, примитивные. Я это не понимаю. Мне это не интересно. Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу. Круто! Да это ж круто! Какие у нас классные ребята работают. Виноваты ли мы? Да, конечно, мы все виноваты в этом пиздеце. Все мы виноваты в этом пиздеце. Вся Россия помазалась этим говном. Это, конечно, печально. Это печально. Мне на него до сих пор, кстати, как-то не похер. И мое сердце будет за него болеть еще долго-долго-долго. Как это происходит, я не понимаю. У кого-то это щелкает, а у кого-то это не щелкает. Я как бы не понимал весь масштаб этого пиздеца. Я не мог в это поверить. Это было невозможно. Я спорил со всеми. Что это за пиздец такой? Ну как это может быть в 21 веке? Он не мудак, он хороший человек. Я его знаю как хорошего человека. Да, у него поганая работа. Хочется умереть достойно, и чтобы тебя семья вспоминала, и дети тобой гордились. То есть, понимаешь, ты должен страдать, и тогда вроде как... Ну понимаешь, да? Окей, я заткнулся. Но если принять это за, ну так сказать, за правду, то это страшная штука. Как бы не хотелось бы. Я не хочу с этим говном жить просто. Я хочу забыть и все. Великая компания. Супер гуд. Но это их выбор. И я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю. Ну так, не глубинно, но осуждаю. Мне 34 года нашей дружбы. Куда деть? Мне сказать: иди нахуй, ты совершил страшное преступление. Ты должен сидеть в тюрьме. Вот ее карма, я борюсь сейчас за свою карму, а у нее карма уже все, она уже в раю, она ангел. Он очень открытый, либеральный, какой-то классный. Я вот такого знаю, понимаешь? Я не могу от него отрекаться. На этом я бы хотел закончить. Я великий грешник и у всех прошу прощения. Простите меня все.